Хаммер крутой стоит на перекрестке в Абу-Даби. Интересно, куда на нем ехать? По пустыне, если только. Да, 9 по пустыне, по дюнам. Ну, прям какой-то этот, как из какого-то футуристического фильма. Из фильма будущего. Где тут ездят едоробы, дороги ровные. X5 совсем маленький, кажется. Рядом с ним, да. Ну, мощный.